Здравствуйте, 17 февраля 2022 года. Нахожусь на улице Садово-Пушкарной. Здесь интересная такая картина, как будто один дом съел другой, но не до конца. Как будто из одного дома торчит другой. Вот. Я не понимаю, как это так получилось. Очень интересно. Ну, видно, что вот эта часть уже выселенная. Она совсем ветхая. Зато другая часть достаточно обжитая. С антенной, с коммуникациями. Так. Не понимаю, как это сделано. Как будто один дом проглотил частично другой. Забавная картина. Вот такой небольшой ролик с улицы Садово-Пушкарная.